Хай-хоу, ребятки, всем привет, с вами Борода, мы продолжаем играть в DOS, и мы продолжаем всеми полюбившуюся рубрику открывания сундуков. Я знаю, что вы любите эту рубрику так же сильно, как я, потому что никогда не знаешь, что выпадет с очередного ящика, никогда не знаешь, что для вас приготовил Борода, но сегодня будет не столь яркий выпуск, потому что сегодня у нас только один ящик, ребята, это малый ящик за стойкость, который дается в награду за проведенное время в игре. Что можно выбить с такого ящика и сколько ящиков открою я в следующий раз? Давайте узнаем прямо сейчас. Открываем. Я уже увидел, что я получил. Не... Да ладно, как это приятно. 50 голды, одна шестерня и 2 гвоздя. Весьма неплохо, учитывая то, что совсем недавно я потратил 600 монеток на премиум, и мне не хватает на продление этого премиума. Поэтому это приятно, я рад. Ну что ж, друзья, а в следующий раз, если этот ролик наберет целых, мать его, 50 лайкосиков, я запилю видеоролик на открытие ящиков за стойкость. Целых 50 ящиков за выпуск мы сделаем, друзья. Хотите 50 ящиков за выпуск? А? Ставьте лайкосики и пишите об этом в комментариях. Всем спасибо. Пока-пока.